Всем привет! Меня зовут Анастасия Зергина. Я уже на протяжении многих лет преподаю английский, много путешествую, длительно проживала в англоязычной среде. Несколько лет назад мы открыли сначала разговорный дискуссионный клуб общения на английском языке, позже открыли первую языковую школу в своей практике. За последние 5 лет в итоге мы открыли 6 филиалов, и с 2019 года я преподаю английский уже в формате онлайн, то есть уйдя от непосредственной должности руководителя своего центра, переключившись целиком на методику и на свое авторское пособие, на авторскую программу. Как методист, как руководитель школы и как в первую очередь преподаватель, я знаю, что английский нужно изучать быстро, правильно и нужно изучать. Быстро, потому что вам нужны результаты с самого начала обучения, уже через пару недель. Первые результаты вы четко их должны видеть и чувствовать. В идеале 2 месяца обучения дают вам реально хороший результат, значит, ваша методика обучения правильная. Правильно – это значит, не делая упор на 1 или 2 каких-то навыка, то есть только на разговорную речь или только на аудирование. Вы должны слушать, читать, смотреть фильмы на английском, вы должны писать по-английски, вы должны повторять, проговаривать слова, и тогда зубрить, по сути, вам ничего и не придется. У вас и так весь материал отложится на подсознательном уровне. Ну и, наконец, английский изучать попросту необходимо в современной действительности, потому что без английского у вас гораздо меньше возможностей, как в саморазвитии и обучении, вы сужаете свои возможности за счет того, что вы не можете учиться, скажем, на англоязычных программах или у англоязычных экспертов, ну, причем не только из Англии, из Америки, потому что на сегодня большинство людей в мире вещает на широкую аудиторию именно на английском языке. Я лично уверена, что если бы у меня не было знания английского в совершенстве, то я едва ли могла бы приобрести партнерские связи и отношения с организациями из Америки, Европы, Англии в частности и так далее. Английский изучать нужно, необходимо для того, чтобы получить новые возможности, то есть не ради просто знания английского, а ради того, чтобы уметь использовать полученные знания, что называется, на практике и в свою пользу. Вы получаете мощный курс по прокачке вашего английского. Опять-таки, дистанционно, то есть заниматься вы можете в любое удобное для вас время. Регистрируйся, жду тебя в числе участников. I know you can do it!